И Филипп нам расскажет, как не делают распленную трассировку джаггером и кликом, который не тормозит. И главное, для чего вы это делаете. Приветствую. Привет! Краткий экспресс. Привет. Вопрос: Привет. а для чего это все? Как для чего? для того, чтобы контролировать качество наших сервисов, для того, чтобы аварии предотвращать, дать нашим продуктовым командам инструменты диагностики, если все-таки что-то произошло, быстро в этом разобраться. Отлично, я думаю, в ближайшие 30 минут мы про это узнаем более детали. Я тоже на это надеюсь. А, всем привет. Да, речь сегодня пойдет про сервис распределенной трассировки, который мы разрабатываем в МТС. Меня по-прежнему зовут Бочаров Филипп. В МТС я руковожу центром мониторинга и наблюдаемости. Моя команда делает одноименную платформу, которая предоставляет ряд коммунальных сервисов всем другим продуктам на нашем ландшафте. Это централизованное логирование, сбор и визуализация метрик и, конечно же, распределенная трассировка, про которую мы сегодня с вами очень подробно поговорим. Для чего все это нужно, только что мы узнали, поэтому перехожу сразу дальше. Доклад мой является продолжением доклада 2022 года. Там мы с вами строили наш сервис на базе кластера Elasticsearch и разгоняли его до 50 тысяч спанов в секунду до этой нагрузки. За год у нас произошло множество изменений, как архитектурных, так и по нагрузке. И об этом увлекательном опыте я вам сегодня расскажу. Для начала о задаче. Зачем вообще, к чему мы идем, что мы хотим достичь. МТС ⁇ это довольно большая экосистема. И когда наш пользователь выполняет какую-то там, важную бизнес-операцию, обычно в этом участвует не один продукт, а целая совокупность. Ну вот, например, как в этом примере, да, у нас там четыре продукта, там пользователь оформляет подписку на услугу, один продукт занимается там коммуникацией с пользователем, отправляет вам смс второй биллингом считает, сколько это будет стоить, третий там сохраняет какой-нибудь профиль базу данных. Так вот, если бы мы с вами были, там, допустим, в команде эксплуатации или sre инженерами и отвечали бы за вот эту бизнес-функциональность оформления подписки, мы бы очень многое отдали за то, чтобы, если у пользователей что-то происходит не так, да, есть какая-то проблема, мы бы вот эту схему увидели каким-то образом автоматически. Да? Что здесь мы видим? Наш пользователь пытается оформить подписку на услугу, запрос приходит к продукту А, и уже между продуктами А и Б начинается какая-то проблема. Да, процесс затягивается. Но ни А, ни Б в этом не виноват. Виноват следующий в цепочке продукт С. К нему Б обращается, постоянно идут какие-то ошибки, ретра, и в результате пользователь не получает ту услугу, которую так хотел. Так вот, чтобы такую картину каким-то образом автоматически собирать, и служит сервис распределенной трассировки. Да, по сути, это структура данных, такая древовидная, которая показывает нам, как во времени общаются наши распределенные сервисы между собой. Кто кого вызывает, сколько времени это занимает, и есть ли там ошибки. И вот такую картину мы хотим видеть по всем бизнес-функциям во всей нашей экосистеме. Как мы это делали в 2022 году? <coughs> Архитектура была следующая. Итак, у нас есть множество инструментированных продуктов и сервисов этих продуктов. Это значит, что там внутри встроен SDK, который собирает распределенную трассировку с продукта, то есть, например, все входящие запросы регистрируют к сервису, исходящие и так далее. Вся эта трассировка собирается и отправляется на бэкэнд нашей платформы, где ее подхватывает множество инстансов Jagger коллектора Коллектор кладет весь этот поток на промежуточное хранение в очередь Apache Kafka. Это нужно нам для того, чтобы сглаживать различные пики нагрузки. Из Kafka это все достает другой сервис Jagger Jester, и он клал это все в кластер Elasticsearch на уже постоянное хранение. Для того, чтобы Работать с нашей распределенной трассировкой у нас было два интерфейса. Первый это Jagger UI, собственно, это родной интерфейс Jagger, который позволял делать различную операционную работу, то есть по сути искать конкретные трейсы по параметрам, по конкретной проблеме. Также у нас была Kibana, в ней мы делали различные аналитические дешборды, то есть имели возможность проанализировать не один трейс, а какую-то совокупность трейсов. Также мы с вами научились вычислять долгосрочные тренды по а, трассировке, а, вычислять метрики, так называемые APM-метрики, да, метрики производительности приложений. Мы написали для этого отдельный сервис, 3 сервис, который обрабатывал тот же самый поток трассировки, высчитывал по каждому спану ту или иную метрику, он понимал, что вот этот спан — это вызов базы данных, этот входящий запрос к нашему сервису, и соответствующие метрики вычислял. клал это все в Time-series базу данных, в нашем случае это кластер Victoria metrics и а, у нас была графана, в которой мы могли наслаждаться дашбордами, например, там, как менялась производительность того или иного метода за там, 6 месяцев. И, в принципе, вся эта схема нас на 2022 год устраивала. Она обрабатывала 50 тысяч спанов в секунду. Но время не стоит на месте, и нагрузка у нас растет. Ну вот для примера на скриншоте видно, что по сравнению с 2022 годом сейчас мы имеем практически четырехкратный рост нагрузки. В дневные часы он достигает 200 тысяч. Есть пики выбросы до 300 тысяч. И с течением времени наши пользователи начали жаловаться на медленный и нестабильный поиск трейсов. Но это не самое плохое. Самое плохое это то, что вот этот подход к горизонтальному масштабированию кластера Elasticsearch перестал нас радовать да, своей производительностью. То есть мы закидывали проблемы железом, добавляли количество нод, а производительность росла не то, что нелинейно, да, она увеличилась там на небольшой процент. И мы начали понимать, что если нагрузка начнет продолжит расти такими же темпами, то никакого железа нам не хватит. Была еще одна проблема, связанная с аналитикой. Да, окей, у нас была кибана, в ней мы могли строить какие-то аналитические дешборды, но они нас не до на конца устраивали по своему функционалу. Вот в качестве примера слева тут приведен относительно сложный SQL-запрос, который бы мы хотели выполнять по нашему хранилищу. Что в нем происходит, если читать его из наиболее вложенного да, запроса к верхнему? Что здесь происходит? Здесь мы находим все трейсы, который содержит определенную операцию. Ну, в данном случае order fulfillment, да, некая операция с заказом, с ордером. Дальше мы для каждого нашего трейса вычисляем его полную длительность, то есть время от первого спана до последнего, да, вот полную длительность нашей бизнес-операции. И, наконец, в самом верхнем запросе мы считаем 95%. То есть трактовать этот запрос можно как время, в которое укладывается 95% выполнения той или иной бизнес-операции, например, выполнения нашей подписки. Так вот, такой запрос выполнить по эластику в принципе невозможно. Нет подзапросов, нет джойнов, синтаксис ограничен. И работает это достаточно медленно. Была и вторая проблема, связанная с тем, что тяжелые запросы аналитические с этих дашбордов могли приводить к дестабилизации нашего кластера Elasticsearch. В Elasticsearch есть механизм защиты, называется Circuit Breaker. Когда вы выполняете сложный запрос, Circuit Breaker может сработать, обрубить ваш запрос, заодно обрубить запросы ваших коллег и вообще, в принципе, привести к тому, что кластер начнет работать значительно медленнее. Обе эти проблемы привели нас к тому, что нам нужно искать какое-то альтернативное хранилище для наших трейсов, которое и проблему с нагрузкой решит, и аналитику нам позволит делать. И наш выбор пал на ClickHouse. Почему, собственно, на него? Дело в том, что Jagger из коробки поддерживает три типа хранилища. Первое — это in-memory хранилище, это чисто тестовая вещь, Elasticsearch и Cassandra. Любые другие хранилища тоже могут быть поддержаны с помощью механизма плагинов. То есть вы можете расширить Jagger, написать свой плагин и поддержать там любой стороч, который вам нравится. И для ClickHouse это как раз такой плагин был, он писал сообщество, и мы здесь начинали не с нуля, мы брали готовую разработку. Первые же результаты R&D были вдохновляющими. Мы увидели, что на той же нагрузке Jagger UI работает на 20% быстрее, быстрее ищет нам данные. Хранение стало компактнее несколько раз. И мы как раз получили возможность сделать те аналитические запросы, к которым мы так стремились. Окей, okay. uh, раз с RNG все удалось, давайте заводить эту машинку на продуктиве. Uh, для начала, как вообще джаги работает с хаусом? Как я уже сказал, это uh, реализовано через плагин и джаггер, и плагин написан на go. По сути, плагин — это отдельный бинарный файл, его можно передать в качестве параметра джаггеру, джаггер запустит его как отдельный дочерний процесс и будет с ним общаться по gRPC. То есть если вы хотите там какой-то свой сторож реализовать, окей, пожалуйста, вы пишете свой gRPC сервер, реализующий определенные API, джаггер с ним общается и таким образом абстрагируется от какого-то конкретного сторожа. Что мы сделали? Мы начали с нашего stage контура Это контур, на который шла трассировка от непродуктивных стендов наших продуктов. Девов, тестов, все такого. Мы взяли минимально вообще возможную конфигурацию, никаких кластеров, просто обычная сингл нода кликхауса. Наши сервисы джаггера мы запустили с плагином нацелили их на ClickHouse, а для того, чтобы заменить Kibana с ее аналитикой, мы взяли графану, в ней есть замечательный ClickHouse плагин, который позволяет ClickHouse обращаться, визуализировать результаты запросов и строить аналитику. На тот момент на StageControl нагрузка была 25 тысяч спанов в секунду, ClickHouse ее прекраснейшим образом выдержал, и мы решили использовать это значение как референсное, да, как некую схему масштабирования, то есть на каждые 25-30 тысяч спанов в секунду нам нужна будет отдельная нода Крикхауса. Окей, на стейдже все завелось. Давайте посмотрим, как это завелось на проде. Нагрузка была 75 тысяч спанов в секунду. Мы поделили ее на 25 и поняли, что нам нужно три нода Крикхауса. Все просто. Развернули кластер из трех шардов. Наученные некоторым опытом работы с Elasticsearch, мы также добавили балансировку между всеми компонентами и нашим кластером, чтобы запросы на чтение и запись равномерно распределялись по нодам Крикхауса. И тут нас ждала первая проблема. Три ноды у нас были, а трехкратной скорости у нас не было. Скорость выросла на самом деле там, примерно в полтора раза. И разбираясь в этой проблеме, мы заметили еще одну интересную аномалию. Это рост метрики Delayed Inserts. Вот видно, как она бодро растет на наших графиках. Мы стали разбираться, что это за Delayed Inserts, о чем это вообще. И выяснили, что это связано с механизмом дистрибьютора таблиц в крикхаусе. Как вообще джаггер, какую структуру таблиц он создает? Создает таблицы двух типов. Это локальные таблицы, которые физически хранят данные. Вот они зелененьким здесь показаны. Там есть postfix local. Там физически хранятся данные на вот конкретном шарде. И также создаются дистрибьютор таблицы. По сути это некие там прокси, которые позволяют нам вычитывать данные, связанных с ней таблиц, со всех нод. То есть он объединяет результаты запроса со всех нод. Как казалось, джаги используют дистрибьютор таблицы не только для того, чтобы читать, но и для того, чтобы записывать наши данные. Когда мы записываем данные через дистрибьютор таблицу, начинает работать механизм шардирования. То есть clickhouse старается разложить наши данные по ключу шардирования по нодам. Мы четко знаем, на какую ноду, какой трейс должен лечь. А в качестве ключа шардирования у нас используется trace ID, да, то есть trace целиком попадает на ту ноду, которой он предназначен. А что произойдет, если мы попытаемся записать данные не на ту ноду, которая там, по внутреннему вот этому маппингу должна эти данные содержать? На самом деле ничего страшного не произойдет, Clickhouse их запишет, и потом в фоне будет пытаться передать эти данные на ту ноду, которой эти трейсы предназначены. То есть у нас появляются такие фоновые процессы передачи данных между нодами. И метрика Delayed Incense, она как раз говорит о том, что этот механизм запаздывает, что эти данные не успевают у нас передаваться в real тайме и лаг вот этой репликации у нас растет. Мы выдвинули гипотезу, что именно этот механизм нам мешает, да, что вот из-за этого растет метрика, из-за этого мы не вышли на нужную производительность. Что же с этим делать? Давайте все ломать откажемся от механизма дистрибьютора таблиц, будем писать сразу в локальные таблицы. Сделать это очень легко. Мы подменяем конфиг нашего juggler-инжестера, делаем так, чтобы он забыл про всякие кластера, как будто он работает с обычной single нодой В этом случае всей, всем распределением запросов занимается наш балансировщик, в данном случае Nginx, который просто равномерно раунд-робином раскидывает данные, записывает их сразу в локальную таблицу. Все, никаких ключей шардирования, данные остаются там, куда они записались. А что с чтением? чтение мы не трогаем. Jugger UI, Grafana, как читал из дистрибьютор таблиц, так и продолжает. Это классный удобный механизм. Менять его в данном случае не нужно. Что мы получили? Ну, был, естественно, положительный эффект. Мы вышли на ту э, расчетную производительность 75 тысяч, которые так стремились. А у нас ушла вот эта проблема с Delayed Inserts. Еще бы мы дистрибьютор таблицы больше не используем. Но, как говорится, у медали две стороны. Если раньше мы четко знали, где у нас трейс лежит, он лежал целиком на конкретной ноде, то теперь наши данные равномерно размазываются по всем нодам. Мы не знаем, где у нас какие части трейса лежат, И для того чтобы его целиком собрать, нам нужно по сути запрашивать все ноды. Это как бы здорово для записи, но не очень удобно для аналитики. Но в целом мы решили, что это хороший трейдеф, потому что пишем мы много, пишем там каждую секунду, а читаем мы эпизодически, когда у нас случается какая-то проблема, инженера нужно провести а, расследование. Вот примерно так у нас выглядела картина с балансировкой. Инженер раскидывал запросы по нодам кликхауса более-менее равномерно. Каждой ноде доставалось примерно по два запроса в секунду, по 20-30 тысяч строк, записывающих в кликхаус. Естественно, Крикаус это не единственное как бы там узкое место, которое нужно тюнить во всей этой э, цепочке. Джаггер тоже нуждается в тюнинге. Очень большой прирост производительности нам дало включение сжатия на, клик, э, на Джаггере. Это до сих пор экспериментальный параметр, э, то есть это э, э, параметр, который задает сжатие потока спанов, который записывается и читается из кавки. Параметр показался очень хорошо. К другому классическому параметру относится размер батча. Да, то есть, известно, что есть некая рекомендация, что в ClickHouse лучше писать там, типа, раз в секунду, но большими батчами. Соответственно, вы можете, исходя из вашего трафика, подобрать размер батча, который вам нужен, чтобы раз в секунду к ClickHouse обращаться. Но в целом вот все эти параметры, их нужно подбирать экспериментально, вы их выкручиваете, да? смотрите, как это влияет на пропускную способность вашей системы, вашей инсталляции. Тут как бы значения чисто референсные. Надеюсь, ваше сегодняшнее утро началось хорошей ароматной чашкой кофе. Потому что наше утро начиналось после перехода на кликхаус не с кофе, а со всплеска с нагрузки на нодах. Как по расписанию с 6 до 10 утра мы видели вот такую вот замечательную картину со свечками: у нас росло потребление ЦПУ на нодах. Из того, что это было какое-то постоянное воспроизводимое в одно и то же время проблема, мы решили, что дело опять какой-то фоновой операции в Кликхаусе. И мы были правы оказалось, что в данном случае это фоновое удаление старых данных. Естественно, данные в нашей трассировке мы не храним бесконечно. У нас есть ограничение в 14 дней хранения. Оно реализовано с помощью механизма Time to Live в ClickHouse, TTL. На таблицу вешается это ограничение, и ClickHouse эти данные сам в фоне удаляет. Проблема оказалась в том, что удаляет он их по дефолту построчно. И это приводило к очень высокой нагрузке на сам ClickHouse. К счастью, есть замечательный параметр TTL only drop paths, который инструктирует ClickHouse удалять не построчно, а удалять целыми частями. То есть когда мы записываем какие-то данные в ClickHouse, они складываются в части, части объединяются между собой в большей части, какой-то внутренний механизм ClickHouse по работе с данными. Естественно, удаление данных вот этими частями, paths, оно более эффективно, чем удаление построчно. Когда мы параметр включили, у нас вот эти утренние пики нагрузки ушли, и мы продолжили по утрам пить кофе. Окей, мы с вами справились с записью, мы с вами справились с удалением. Теперь осталось дожать поиск и аналитику. Вот на экране у нас пример дашборда в графане по данным Крикхауса. Здесь мы как раз считаем длительность наших бизнес-операций. Но мы наступили в ту же самую проблему, в которой были с Elasticsearch, а именно тяжелые аналитические запросы могли приводить к дестабилизации кластера ClickHouse, к выпадению нот из него, и это, в общем, была проблема. Чтобы с ней как-то побороться, мы решили разделить нагрузку на чтение и на запись. То есть мы решили, что у нас будут выделенные сервера ClickHouse, которые нагружены записью, и реплики, с которых у нас будет идти чтение, и которые мы выделим под аналитику. Собственно, мы к тому моменту нагрузка на наш стенд уже достигла 200 тысяч спанов в секунду, поэтому мы отмасштабировали наш кластер, сделали 10 шардов, и 10 реплик да, каждому шарду соответствовала своя реплика. Все чтение шло с реплик, но, как вы знаете, пользователи, вообще говоря, люди талантливые. И могут написать такой запрос, который выведет из строя даже там железо, выделенное конкретно под аналитику. Поэтому мы в любом случае нуждались в неком механизме ограничений. Мы должны были наложить какие-то квоты ограничения на аналитические запросы, чтобы наши ноды не страдали. Именно так в нашей схеме появилось нечто под названием чепрокси между репликами и графаной собственно, чипокси — это HTTP-балансировщик. Он как раз такие ограничения умеет настраивать. Он умеет ограничивать конкурирующиеся, конкурирующие запросы, тайм-ауты ставить и даже кэшировать ответы для любителей постоянно жать на рефреш на наших дашбордах. Собственно, закручивая вот эти гайки, закручивая эти ограничения, мы добились того, что тяжелые аналитические запросы с дашбордов не приводили к каким-то проблемам на самих нодах кликхауса. Ну, максимум у пользователя не сгружался дашборд, он понимал, что ему надо там, свой запрос оптимизировать или там, сократить время, за которое он его выбирает. Ну что ж, давайте посмотрим, как наши пользователи такие запросы пишут. Вот простенький запрос, поиск спанов, по тегу, DB statement мы здесь ищем все спаны, которые содержат там значение getasync. Наверное, это не то, чего вы ожидали. Да? Тут какая-то очень сложная комбинация, сначала мы проверяем, есть ли такой тег вообще или нет. Потом какой-то лошадиной конструкции пытаемся там, приравнять его с getasync. В общем, это совсем не то, что мы ожидали. Почему это происходит? Все из-за того, как джаггер хранить свои данные. Дело в том, что теги в нем хранятся как два массива, отдельно ключи, отдельно значения. Очень удобно для записи, абсолютно отвратительно для аналитики и для написания запросов. К счастью, поправить это очень легко. Для написания запросов мы просто сделали дополнительную вычисляемую колонку, текст. С типом map, то есть, по сути, словарь, да, ключ значения. Колонка была вычисляемая, то есть она вычисляется при вставке туда данных, материализованная, данные хранятся сразу на диске, да, что облегчает к ним доступ. И наш запрос сразу становится гораздо чище, короткий, интуитивно понятный. Согласитесь, в таком стиле писать запросы гораздо удобнее. Ну что, запустились, расслабились. Прошла неделя. Ничего не работает. Джаггер я и упал, и не открывается. Ну, это веб-приложение, поэтому мы открыли консоль Chrome, посмотреть, что же там загружается, и узрели удивительное. Дело в том, что когда джаггер загружается, он с бэкэнда тащит уникальные значения сервисов и операций, чтобы сделать вам выпадающие фильтры чтобы эти, ну, по сути, сделать select-distinct, да, чтобы этот select-distinct не делать на лету, у Jagger есть специальное материализованное представление operations, куда эти данные складываются прямо во время вставки. Мы залезли в эту таблицу и увидели там десятки миллионов строк, что было очень странно, потому что у нас полторы тысячи сервисов, там ну, десятки тысяч операций, но никак не миллионы. Естественно, все это были дубли. Как казалось, был небольшой баг в самом плагине. Когда вы создаете таблицу в ClickHouse, вы можете выбрать из целого там, семейства движков, доступных вам. Там есть, допустим, какой-нибудь Replacing Merch 3, который Удаляя дубликаты, есть самминг мерч 3, который может эти дубликаты агрегировать да, то есть, допустим, дополнительно посчитать вам количество этих дубликатов, положить какую-то отдельную колонку. Так вот, здесь использовался обычный мерч 3, который с дубликатами ничего не делал, и мы получили такую таймбом да, замедленную проблему. Когда сток дублей набралось в таблице достаточно, все это просто начало тормозить и перестало открываться. Ну, понятно, что мы заменили движок таблицы, дополнительно кэшировали запросы на список сервисов и операций, чтобы все это ускорить и наш uh, Jaguar Air снова залетал. Uh, Бак, кстати, был потом поправлен uh, на GitHub, поэтому вы с ним уже не столкнетесь, на эти грабли не наступите. Uh, так вот, наша финальная архитектура. Пришло время посмотреть на нее. У нас по-прежнему множество продуктов, инструментированных uh, либо OpenTracing, либо OpenTelemetry, которые отправляют трассировку на наш бэкэнд. Там ее подхватывает множество инстансов Jagger коллектора или OpenTelemetry коллектора, который мы сейчас используем. Также все проходит через кавку. Главное изменение у нас в области хранилища. Да, то есть теперь наш Jagger ingestor уже с плагином, работает с кликхаусом, записывает данные на шарды. Чтение у нас идет с реплик. Jagger UI читает через балансировщик Nginx. Графана обращается через чип-прокси для того, чтобы вот эти дополнительные умные ограничения сделать. То есть у нас два UI, которые нам, Jagger обеспечивает операционку, Графана обеспечивает аналитические запросы. Окей, что-то запустить и даже выдерживать нагрузку, это не то же самое, что постоянно обеспечивать какой-то достаточный уровень сервиса и качества по этому сервису. Давайте посмотрим, что нам нужно мониторить в этой схеме. Ну, понятно, что нам нужно мониторить кликхаус, место на дисках, которое имеет свойство кончаться неожиданно, количество соединений к кликхаусу и, конечно, количество запросов на запись. Мы помним, что нужно стремиться свести их там, к одному запросу в секунду в идеале. У нас чуть больше получилось. По кавке. Понятно, что один из самых важных показателей – это лак в кавке, отставание обработки спанов от реал-тайма. Если лак копится, это значит, что пропускная способность нашей системы ниже, чем та нагрузка, которую она воспринимает. Если это кратковременно, окей, это может быть какой-то всплеск, но если это происходит долго, это значит, что мы не справляемся. Чипрокси выдает нам множество интересных метрик, связанных с тем, как наши аналитические запросы выполняются через графану. Сколько там пользователей, насколько долго эти запросы выполняются, насколько успешно. Ну и, конечно, по джаггеру мы хотим мониторить различные дропы. Джаггер так устроена наша, что если он что-то куда-то не может записать, он не, купит, не копит какие-то внутренние буферы, он эти данные сбрасывает. То есть они могут пропасть. Поэтому если у вас возникают дропы, это повод присмотреться, где же у нас узкое место. Ну и также у нас есть Jagger UI, веб-приложение. По классике мы должны контролировать его latency, ошибки, да, то есть 4 золотых сигнала как с серверной стороны, так и блокбоксом, то есть глазами пользователя, да, настроить некий блокбокс-мониторинг нашего Jagger UI. Как это можно сделать? К счастью, большинство компонентов нашей схемы, Jagger, Chiproxy, ClickHouse, умеют выставлять метрики в формате Prometheus прямо из коробки. Для того, чтобы реализовать Blackbox мониторинг, можно взять там Blackbox экспортер Prometheus а и заставить его периодически запрашивать список сервисов, запрашивать последние трейсы для того, чтобы убедиться, что и пользователь это может сделать, да? то есть смотреть на наш сервис глазами пользователя. Все эти метрики у нас собираются в кластер Victoria Metrics. В графане у нас построено по каждому компоненту множество дашбордов. Они тоже есть все готовые в каталоге графана. Ничего, в принципе, изобретать не нужно. Ну и, естественно, у нас есть алертинг когда какая-то метрика из этих ключевых по компонентам выходит из порогового значения, мы об этом узнаем тревожным звоном телефона. Что ж, пора приступить к выводам. Сначала буду хвастаться метриками. Итак, значит, наш сервис сейчас обрабатывает в среднем 150 тысяч спанов в секунду с пиками до 300. Эти данные к нам приходят от более чем полутора тысяч сервисов, подключенных к нам продуктов. Само, в самом хранилище сейчас 180 миллиардов спанов, объем его 60 терабайт, это с учетом реплик, и данные у нас хранятся за 14 дней. Поиск трейсов по тегам занимает 6 секунд, это не реал да, тайм не мгновенно, но это в разы лучше, чем то, что было с Elasticsearch. Ну и поиск конкретного трейса, да, если вы знаете его ID, занимает 200 миллисекунд. Если просуммировать наш опыт, да, какие можно дать рекомендации? Если вы строите сервис распределенной трассировки и рассчитываете на поток, скажем, 50 тысяч испанов в секунду и больше, логично брать сразу клик-хаус, да, что, чтобы потом не переходить на, с одной технологии на другую, запись дистрибьютор-таблицы может снижать производительность. Если вы пишете через здесь таблицы, попробуйте без них, возможно, будет лучше. Если вам нужно ограничить запросы к хаосу на чтение, ввести какие-то квоты, ограничения, чипрокси ваш лучший друг. Ой. Старые данные лучше удалять сразу частями, да, не построчно. И если ваш профиль нагрузки похож на то, что вы увидели у нас, то, возможно, вам тоже стоит подумать насчет разделения нагрузки на чтение и на запись. На этом у меня все. Большое спасибо. Готов ответить на вопросы. Э, Господа, Филипп, огромное тебе благодарен за доклад. Мы теперь знаем, как все это готовить и для чего это нужно. Друзья, не забывайте давать обратную связь. Это очень важно и для спикеров, и для организаторов. И у нас первый вопрос. Да, э, Филипп, спасибо большое. Напрашивается очевидное решение построить сверху велосипед, который по трейс ID сделает автоматически портиционирование в одну и ту же ноду. Думали ли над этим? Почему решили так не делать? Ну, то есть у Крикхауса есть встроенный велосипед, который это раскидывает. Да, этот велосипед едет медленно. Делать свой велосипед, ну, я, например, не уверен, что мы реализуем это лучше, чем Крикхаус, на самом деле, потому что... Ну, потому что. Вот. И на самом деле сейчас нет особой проблемы в этом. То, что данные лежат не по Trace ID, на текущий момент нам не сильно мешает. Да, окей, мы читаем множество нот, пока это нас не тормозит. Как только начнет, мы об этом задумаемся. Спасибо. И у нас следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, вы когда тестируете Jagger UI, у вас там просто хелс-чеки открыты или у вас авторизация? Это первый вопрос. А второе, вы какой-то ответ специально ждете или просто хелс-чеки доступны, недоступны? Ну, у нас есть корпоративная SSO авторизация. Мы делаем, то есть у нас настроен был бокс мониторинг, который… Он опрашивает. из коробки, да? Без накруток ваших личных каких-то. Jagger UI? Не-не, именно Blackbox я имею в виду. Ну как, мы берем экспортер, Blackbox, и дергаем все API джаггера серверное. Да? Mm -hmm. Это поиск трейсов, это вытаскивание списка сервисов, операций то есть все то, что используется, то, то, что вызывается при работе Jagger UI. Мы это периодически опрашиваем, чтобы убедиться, что и пользователи это могут сделать. А если не секрет, как часто? Ну, плюс-минус примерно. Каждые 30 секунд, каждую минуту ну, там или гораздо? Порядка больше. одной минуты. Сейчас я точно не могу сказать, mm -hmm. но порядка одной минуты. Спасибо большое. И у нас следующий вопрос. Следующий вопрос. Добрый вечер. Хотел узнать, не рассматривали вы возможности интеграции с Забиксом вот этих анализов метрик, прочее? Так, я не вижу где спикер. Ну да, ладно. А, вот. Забикс. Да, увидел. Zabbix. Uh, uh, плюс Забикс метрики и Забикс у нас компания используется. Не могу сказать, что он там как-то активно развивается. Мы все-таки стремимся развивать там другие инструменты. В частности, там Виктория Метрикс, Телеграф. Как-нибудь я об этом расскажу. В части трейсов вообще не думали там, про Забикс. Я даже не знаю, есть ли там у Zabbix вообще своя какая-то трассировка. Вот. В части метрик у нас есть интеграция. Метрики, собираемые Забиксом, у нас прикладываются вот как раз в кластер Виктория Метрикс. То есть вот с шагером это никак не связано? С телеметрией вы каким-то образом в забикс не сбрасываете? Нет. И у нас следующий вопрос. Пока не несут микрофон, но в записи как таковых трейсов нет. Это будет косыль через метрики. Смысла просто нет. Вопрос? Спасибо. Денис, Маркетгуру у нас схожие были проблемы. Тут скорее, наверное, просто поделиться чуть-чуть опытом. По поводу дистрибьюта таблицы. Решение было все-таки неудачное, потому что под капотом она будет отправлять по чуть-чуть. В настройках есть такая штука batch, batch insert. Uh -huh. И, соответственно, уже дистрибьюта таблица до отправки уже вот тем бэкэндом, она будет укрупнять эти батчи, и они будут уезжать. То, что вы на уровне Джаггера 10 мегабайт выставили, это прикольно, но дефолтная настройка 1 мегабайт на insert. И, соответственно, он в любом случае будет сплититься. Тогда его надо настроить. А по поводу того, что запросы тормозят, и вот там на последнем слайде 6 секунд, и это типа норм, у нас тоже были похожие проблемки. Тут момент какой? У вас слишком размазаны эти самые Trace ID по всем шардам. Это как раз вытекает из неправильного ну, парти шардирования. Угу. Вы нарушаете этот принцип. И нарушаете принцип локальности вычислений из-за этого. А, друзья, я мешаюсь на праве ведущего. Это отличная тема для дискуссионной зоны. Мы сможем обсудить, какие настройки будут более корректны. А у нас следующий вопрос. Спасибо. Спасибо за доклад. Я вас запомнил. Такой вопрос. В продолжении вопрос про… Первая идея была, собственно говоря, вычислять, в какой писать по Trace ID. А вот у меня есть сомнение, что у вас все полторы тысячи сервисов пользуются одними Trace ID. Они явно же делятся на группы. И, грубо говоря, этих групп явно больше 10, и можно было просто 10 отдельных кластеров. Вот без вот этого, чтобы мучить на один запрос все 10. Так, а уточнение я. А но... эти завтра будет 20 запросов. Они большие, но не настолько. Нет, я понимаю, но просто как бы в крупной организации, в любой, склеивать все trace ID, чтобы по-любому trace ID искать во всей организации, странный подход. Я, честно говоря, не до конца понял вопрос. Я да. предлагаю это обсудить в, в кулуарах более детально, совместно с настройками. Я думаю, вы втроем найдете общее мнение. У нас следующий вопрос. Здравствуйте, Денис Михаил, Артелапс. Два вопроса. Первое. У вас кликхаусы на бариках или на виртуалках? Вертолк. Не тормозят нормально? Ну, как видите, пока Виртуализация нормально. какая? В МБР. Хорошо. Второй вопрос. Сейчас, секунду. Open telemetry. Вы сейчас переезжаете с джаггера, с Open на OpenTelemetry, вы льете его параллельно, как он у вас появился, как они дружат друг с другом, льется ли это туда же? Uh -huh. ah, хороший вопрос. Значит, мы немножко старше, чем OpenTelemetry, ага. поэтому мы начинали с, как бы, с OpenTracing, вот, и сейчас э, потихонечку все заменяем на OpenTelemetry. Новые продукты уже, естественно, с OpenTelemetry раскатываются. Э, они живут параллельно, то есть у нас параллельно есть Jagger коллекторы, есть OpenTelemetry коллекторы, но как бы на коллекторах все и заканчивается. То есть все это льется в одном формате в Kafka. Вот. И дальше из кавки достается уже джаггер инжесторами, джестерами кладется вот в формате джаггера в кликхаус. Понятно, то есть вы переезжаете на OpenTelemetry потихоньку. Да, да, но mm -hmm. это будущее, безусловно. Все понятно, спасибо большое. И у нас следующий вопрос. А, да, иногда пользователи с вашей IT-системы ставят такие задачи, как алертинг на основании трейсов. То есть когда они хотят видеть а, какие-то алерты, например, при превышении респонса той или иной операции. Как вы решаете подобные задачи, учитывая, что ну, это неплохая такая нагрузка в связи с вашим шардированием? Да, мы стараемся не делать, на самом деле, алертинг по данным самой трассировки. Для этого у нас есть производные метрики, вот те самые IP метрики которые мы считаем. Во-первых, они не хранятся дольше, подходят там для долгосрочных трендов. Во-вторых, они подходят именно для алертинга. У нас как бы там ключевой механизм алертинга компании, это как раз Victoria Metrics и VM Вот. Поэтому мы вычисляем метрики, а по ним уже строится весь алертинг. И можно еще второй небольшой вопрос. Коллеги, который задавал вопрос про Zabbix, у него есть веб-мониторинг, который пошагово позволяет проверять UI. Это можно использовать. Да, у, у на нас -то тоже случая. есть похожие инструменты для там, мониторинга веб-интерфейсов. Но здесь можно обойтись просто блэкбоксом на самом деле. И у нас следующий вопрос. Спасибо за доклад. Мы тоже используем Егере с клихаусом, ну, в меньших объемах, понятное дело, не МТС. А, вопрос такой. Вы предоставляете егеры UI клиентам. Не думали что-то свое написать, чтобы было покрасивее, поинтереснее, скажем так, или запросов не было? Ну тут как-то суровые инженеры собрались, поэтому тут не красота нужна, тут функциональность. Написать что-то свое, ну, наверное, можно, Uh, был бы как бы запрос uh, сформулированный, да, что улучшить uh, для каких-то базовых потребностей жагере вполне неплох, на мой взгляд. Ну, то есть, клиенты, конечно, не жаловались на веб-интерфейс. Ну, там есть, конечно, какие-то косяки, да, например, там не очень удобный фильтр, там нельзя, допустим, когда погружается список операций, если у вас в юрле там какие-то идентификаторы, они будут все выгружены списком. Это, конечно, все очень бесит, но не препятствует операционной работе. Спасибо. И у нас финальный вопрос, финального доклада первого дня. Вопрос? Па -па вот у нас есть вопрос. Успел. Спасибо за доклад. Вопрос, ну, таких два маленьких вопроса. Я правильно понял, что все, в принципе, взаимодействия попадают в эту систему. То есть не часть, а 100%. Да, мы не используем сэмплирование, собирается 100% данных. А вот когда логируется взаимодействие между сервисами, тела запросов, тела ответов тоже попадают? Это да. зависит от того, как инструментирован сервис. По дефолту нет. По дефолту попадает метаинформация, URL, код ответа. Вот такие-то вещи, там протокол. вот Тело запроса я бы вообще не стал добавлять в трассировку. Трассировка должна быть легковесной. Это мы уже на шишках набили. Потому что если спаны будут очень большие, они будут там теряться по дороге в кучу мест, они будут долго долетать. Мы стремимся сделать трассировку максимально легковесной. Для тел запросов есть логи. Ну это наш подход. Понятно, спасибо большое. А, спасибо за вопросы, спасибо за доклад и и деталь, с которой ты наш поделился, и выбери лучший вопрос. Ух, надо было И будет белый пакетик. <с Fair> так. Ну, наверное, многообещающие комментарии про размер батчи, которые я надеюсь узнать, достойны. Прошу выйти на сцену. <laughs> и не забывайте давать обратную связь по QR-коду. Напишите все, что думаете. <связью> Благодарю. バッシーバッ